16 февраля в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея состоялось открытие ежегодной областной выставки Смоленского отделения Союза художников. Она получила название «Палитра года» и собрала в себе множество работ, не подчиняющихся единому жанру и стилю. На выставке в Десногорске представлен фрагмент крупномасштабной экспозиции из 58 произведений 38 художников. Среди авторов не только заслуженные мастера, члены Союза художников России, но и студенты Смоленского худграфа. В названии выставки заложена идея продемонстрировать всю палитру изобразительного искусства, которой сегодня владеют художники региона. Это своего рода отчет местных авторов о проделанной работе за прошедший год. По словам организаторов, это особенная выставка. Сочетает в себе разнообразие техник, сюжетов, стремление некоторых авторов к эксперименту. Выразительная эмоциональность ярких работ делают экспозицию интересной и уникальной. Воспитанники Десногорской художественной школы, первыми посетившие выставку, не скрывали своего восторга от увиденного. Все картины очень красивые, разные. Картины знаменитых художников. Например, так же, как цветы, они тоже использованы в разных приемах. Здесь есть круговые мазки и линейные. И все эти мазки используют разные знаменитые художники, так же, как и мы, которые учимся в художественной школе. И надеюсь, что мы тоже научимся так красиво рисовать. Каждый рисовал по-своему, но у каждого был свой вкус. И мне понравилось. Я тоже хочу свою картину нарисовать. Стены древних храмов, теплый деревенский вечер, деревья в зеркале воды. Сотни прекрасных мгновений запечатлены в творческих работах. И в каждой из них пытливый и думающий зритель может найти что-то свое. Выставка «Палитра года» будет открыта до 16 марта. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.